Сегодня рассмотрим программу, которая называется Ментол. Это для чего она нужна? Для того, чтобы восстановить файлы. Например, если вы давно скачали, ну и стерли, забыли, ну, оно у вас заблокировалось, с антивирусника, вирусник, например, какой-нибудь попал, оно у вас, ну, пришлось форматировать все остальное. Здесь, ну или вот здесь в корзине, например, восстановить, ну и цифровых. Все связано с флешками и все с жестким диском вставлено. Все. Восстановление, ну тут можете сами смотреть, вот тут видите какую, например, что, где и кого можно скачать. Здесь можно полный поиск ставить, открывать. Как видите, у меня она полностью зарегистрирована. Вот полная лицензия стоит. Ну, как бы она перекодирована, просто сделана. Ну, естественно, при установке антивирусник включайте, естественно. Ну, тут главное то же самое. Ну, смотрим дальше, какую, что вам надо и где вам надо. Довольно неплохая программа. Ну, в принципе, неплохо. Ну, в принципе, как бы я вам не советую ставить, заходить в интернет, чтобы ключи не слетели. Цифрового медиа то же самое, но это ерунда. В принципе-то. Ну, здесь настройки, можете посмотреть, какие, все, что можете здесь, какую почту, чтобы много не искать, например, графику и другие файлы, вот, можете посмотреть, какие. Быстрее будет искать, ну, в принципе, что-нибудь типа такое. Всем пока, до свидания, подписывайтесь, может, что-нибудь другое придумаем.